Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Брюки, которые, про которые я говорила, что они настолько комфортные, потому что они на резинке. У нас вот есть огромное количество цветов. Да, кстати, вот сразу хочу показать вам действительно резинку. Это очень удобно, посмотрите. То есть дышит с нами в такт. Знаешь, когда новогодние праздники, естественно, мы все поправляемся. Ну, килограмм, два, три. Что делать? Бежать опять в магазин, покупать новые брюки? Не обязательно. Ваши брюки подстроятся под новые ваши особенности. И не только в районе талии, но и по всему. Смотрите, вот я сейчас вам покажу. Вот так везде тянутся. Причем в меру тянутся. Ну, мы сейчас с вами поговорим и про ткани, про все остальное, как они на вас сядут. Давайте выберем цвет. Вот этот цвет, который я держу, на мой взгляд, он самый благородный из всех оттенков, он называется бордовый. Далее у нас есть... называется коричневый. Коричневый, да, даже? Потом есть. Ага. Хорошо, коричневый, пусть будет коричневый. Смотрите, есть у нас также молочный цвет, кипельно-белый цвет для праздников. И еще раз, не нужно бояться светлых оттенков. Мы вам сегодня докажем, что эти брюки, даже если они светлые, они будут стройнить. Далее у нас бордовый цвет, тот самый благородный. Далее горчичный. Горчичный, смотрите, такой яркий цвет, который сделает настроение более праздничным, благородным. Один из любимых цветов – это зеленый цвет, бирюз-зеленый. Потом у нас идет бирюзовый, изумрудный цвет. В заказе он называется изумруд, так. Цвет изумруд. Красный цвет, такой прям красно-коралловый. Далее сиреневый цвет. Они тоже светлые, тоже подчеркнут ваш образ праздничный. Далее темно-синий, фиолетовый у нас, яркая фуксия, классический черный цвет и электрик. Потрясающий. Вот, да. Цена, я правильно понимаю? 999 рублей, боже, я не верю своим глазам. Это потому что цена. Это брюки, которые вы будете носить все сезоны. Вы только представьте, комфортные брюки на резинке, а это значит, ничего не будет сдавливать ваших движений. У Оли в ручках сейчас материал, как он тянется, он подстроится под любые ножки, если у вас нестандартная фигура, если вы всегда не знаете, как выбрать для себя размер, выбирайте здесь, как, Оль, мы будем выбирать. Слушай, легко, размер в размер. Вот еще раз показываю, смотрите, ткань тянется, изумительно тянется, то есть подстроится под любые особенности. Далее хочу обратить внимание на посадку, она завышена, то есть она высокая. Вспомните вот эту укороченную посадку, подживотники я их называю, под животом заканчивается, нам все время хочется их на живот натянуть, они перерезают живот, получается два живота, раз живот, тут поменьше живот, правильно? Все это в прошлом, мы приобретаем брюки, которые сделают нас, нашу талию идеальной и наш животик идеальным плоским. Вечная проблема, когда приходишь в магазин, это либо низкая талия, либо узкие икры, либо мнущаяся ткань, либо нет подходящего цвета. У нас все проблемы решаются. Вы только посмотрите. Это прямой силуэт, который будет вас стройнить. Вы всегда будете изящной, стройной, красивой. У нас заказывают по три пары, потому что это универсальные брюки. 999 рублей. И зимой вам будет тепло, комфортно. Здесь нет резинок, зато есть карманы, которые демонстрируют нашу модель, и они являются универсальными. Вот, ну что ж, я хочу напомнить, что эти брюки у нас подходят абсолютно для любых сезонов, и зимой тоже их можно носить, просто можно надеть какие-нибудь шерстяные колготочки, такие более тепленькие, и все, вполне возможно надеть сверху брюки. Еще раз, даже если вы будете поддевать колготки под низ, не переживайте, брюки, еще раз, смотрите, тянутся, прекрасно тянутся, видите? Тянутся и, кстати, восстанавливают свою форму. До 64-го размера. Вот, да, и еще вот эта проблемная зона, да, вот внутренняя часть бедра, вот она вот здесь находится, вот она, да. Вспомните, чаще всего, если у вас полненькие ножки, проходит месяц-два, и здесь ткань стирается, дырки образовываются. Да, я все время сталкиваюсь с этой проблемой. Не будет здесь ничего подобного. Здесь вискоза, здесь сочетание специального состава, которые делают нашу ткань прочной. Эластан, вискоза, все вместе создают прочность небывалую. Растягиваться они тоже не будут. Ксюш, если можно, сядь, пожалуйста, на кресло. Вот покажи, потом встань, покажи, вытянутся колени или нет. Потому что мы привыкли все наглядно проверять. Так, уважаемый оператор, бегом за Ксюшей, бегом. Вот она здесь, смотрите, обсела. Смотри, часто бывает такое, приобретаешь брюки,
Вот надеваешь их первый раз, садишься на работе, потом встаешь, и у тебя такие валуны в районе коленок. Бывало у тебя такое? Абсолютно. У меня постоянно такое, я сталкиваюсь с такой проблемой. Но теперь, приобретя наши брюки, вы забудете про это. Забудете про вытянутые колени, забудете про пережатое резинкой в области животика. Спасибо, Ксюш, можешь вставать, засидеть. Вам будет комфортно и удобно. О, и смотри, это цена распродажа. У вас, скажите мне, есть брюки, которые подойдут подо все? Если есть, то закажите себе цвет, какой-то другой, новый. Звоните, заказывайте.